Чебуреки обычно я готовлю с мясом, но нашла рецепт с творогом. Вкусно, просто и сытно. Попробуйте. Используйте больше свежей зелени, она чудесно сочетается с творогом. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. В миску просейте муку, добавить 1 ч. Ложку соли. Влейте воду, замесите тесто. Полученное тесто уложите в миску, затяните пленкой и оставьте на 30 минут. В миске соедините творог и измельченную зелень. Подписывайтесь и ставьте лайки. Разделите общее тесто на 12-14 частей. Каждый кусочек теста раскатайте в пласт, на одну сторону пласта выложите столовую ложку начинки. Накройте второй половинкой пласта и скрепите края, получим чебурек. В сковороду влейте 1 ч. Ложку растительного масла, смажьте всю сковороду, больше масла нам не понадобится, обжарьте все чебуреки на горячей сковороде с двух сторон. Подайте к столу, вкусно, просто и относительно быстро, я подавала к чебурекам чашку кофе с молоком. Вкуснее тем, кто подпишется. Обещанный список ингредиентов. Мука. 3 стакана, вода горячая, 1 стакан, соль, 1 чайная ложка, перец, 1 грамм, творог, 300 грамм, петрушка, 1 пучок, чеснок, 1 зубчик, растительное масло, 1 чайная ложка, сливочное масло, 50 грамм, количество порций, 1-4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. До свидания, друзья!